Елена, связана ли еда со здоровьем? Напрямую связана, потому что я работала 5 лет в неврологии, и мы спасали парализованных, которые уже парализованных больных, или с гипертоническим кризом, или с ишемической болезнью сердца. Но чтобы не попасть в больницу, мы можем профилактику, устроить профилактику и гипертоническому кризу, и болезнями суставов. Многие заболевания мы можем предотвратить за счет еды. Да, этот процесс не быстрый, да, этот процесс медленный, но намного эффективнее. Люди забывают про аптеки, со словом «вообще». Перестает голова болеть, перестает подниматься артериальное давление, суставы, легкость в походке, перестает болеть спина. И сердечно-сосудистые заболевания мы, конечно же, можем предотвратить обострение данных заболеваний.